Здравствуйте, уважаемые друзья. Подходит к концу рабочей недели, сегодня пятница. В принципе, заканчивается и месяц, по большому счету. Осталось несколько дней июня. Вот. Нас с вами совсем немного на сегодняшнем вебинаре, который, речь на котором должна идти о партнерской программе компании Skyway Capital. Вот. Ну, поздравлять вас с окончанием первого месяца, наверное, лета не совсем корректно, потому что кто-то, может быть, сожалеет, кто-то нет, кто-то, может быть, любит зиму или осень, как Пушкин, да? Вот. Задача у нас сегодня, в принципе, простая, потому что маркетинг-план компании Skyway Capital, он также прост, да, и развиваться, скажем, благодаря партнерской программе может, в принципе, абсолютно каждый человек. У нас сегодня, я смотрю, чисто женский коллектив и очень небольшой, то есть великолепная пятерка и вратарь. Песня такая была, если помните, в советские времена. Вот. Скажите, есть ли среди вас те, кто строит партнерскую структуру, развивает бизнес, зарабатывает деньги? Да, то есть те проценты, о которых мы, как правило, рассказываем на партнерке. Да, приветствуем. Видите, у нас есть Якутия, у нас есть Молдова. То есть разбежка по времени, я так предполагаю, часов 5, наверное, да? Вот, то есть разные часовые пояса. Конечно, вебинар, который в пятницу проходит, он в первую очередь ориентирован на людей, которые проживают в дальневосточном регионе, в Хабаровском крае. Вот. Не берусь смело утверждать, что у нас есть там инвесторы из Китая, Кореи, Японии, да? Но тем не менее. Вот Татьяна в Якутии строит сеть. Вот. Скажите, Татьяна, а многие ли люди, которые у вас есть в структуре, практически в совершенстве знают маркетинг-план, знают, за что получают проценты? Бывают ли у вас ситуации, когда они спрашивают, а за что мне деньги начислили, либо наоборот, почему недополучил чего-то? Или, в принципе, вы всех строите как надо, да? Обучаете всему, чего необходимо знать. Вот. По большому счету, данные вебинары, они действительно в первую очередь предназначены для людей, которые либо в маркетинге еще вообще ничего не слышали, да, либо до конца не разобрались, вот, либо даже строят сети и не понимают, за что эти проценты идут. В принципе, из всех тех, кто присутствует сегодня на вебинаре, я как бы имена людей видел практически достаточно часто. Я так понимаю, большинство из вас маркетинг знает. Вот. По сути, к маркетингу нужно относиться как к инструменту, который позволяет вам сегодня создавать источник дохода, зарабатывать те проценты, которые выплачиваются нашим партнерам, либо дополнительно иметь доход к тому, что у вас уже есть. Да, если вы в формате 7-10 часов в неделю будете прилагать усилия для развития вашей партнерской структуры, соответственно, вы будете зарабатывать здесь какие-то деньги. Причем эти деньги могут быть небольшими, средними и очень большими. Вот. То есть со звуком, кстати, я не уточнил. Я смотрю, что Светлана написала, что прерывается звук. Так, сейчас посмотрим. Может быть, слишком громко у меня выставлен микрофон, хотя вряд ли. Вроде бы как все в порядке. Так, вы знаете, звук стоит на половину громкости. По идее, не должно сильно как-то так скрипеть, трещать, фон какой-то иметь и так далее. Так, немножко людей добавилось. Ну и сразу исчезли еще кто-то, да? Итак, друзья, то есть к партнерской программе нужно относиться как к инструменту. Если вы возлагаете большие надежды на то, что будете получать серьезный доход благодаря партнерской программе, по идее, этот маркетинг вы должны знать наизусть, но он, в принципе, несложный, да? Как говорят иногда в MLM-структурах, ночью разбуди, назови место, с которого рассказать маркетинг-план, и вы можете его озвучить. Мало того, вы знаете, что в инструментах партнера он у нас там находится. Вот, и те слайды, которые мы рассказываем на вебинарах, их можно, в принципе, скачать на свой компьютер и демонстрировать подобные же презентации в тех регионах, где вы проживаете. Либо по скайпу, например, да, поделившись экраном, вы можете рассказывать данную информацию. Вот. Но если вы строите партнерскую структуру, наверное, лучший вариант доносить первичную информацию до ваших потенциальных партнеров, которые еще таковыми не являются, либо при помощи людей, которые вас пригласили в этот бизнес, то есть являются по отношению к вам информационным спонсором, либо наставником, либо просто спонсорами называют этих людей, да? Вот. Но спонсор не тот, кто деньги дает, да? А тот, кто помогает, тот, кто обучает, тот, кто, скажем так, передает свою энергию, может быть, даже и мотивацию на первом этапе, разжигает огонь, желание развивать этот бизнес. Вот бизнес у нас действительно необычный. Если говорить именно о бизнесе компании Skyway Capital, группы компании Skyway, у нас сочетаются и тяжелые технологии, да? То есть это то, что
серьезное производство и так далее. Да? То есть то, что реализуется на практике. Причем технологии, которые выводятся на рынок в недалеком будущем, и в отличие от большинства компаний, которые работают на рынке MLM, мы отличаемся тем, что наш товар, которым является будет технология, да, будет выходить на рынок через какое-то время, и сегодня вы можете сразу же стать совладельцами самой компании, по сути, да, и потом на те доли компании, которые вы приобретете, в дальнейшем получать доход, да, если говорить о дивидендах. В большинстве компаний MLM-бизнеса люди приходят уже как партнеры, как потребители товаров и услуг, потому что компания уже устоявшаяся, у нее есть руководство, у нее есть те, кто ей владеет, да, и людям предлагается просто построить большие-большие структуры потребителей товаров и услуг, получать также проценты в соответствии с теми маркетинг-планами, которые есть, но фактически единицы, да, из многих тысяч компаний, которые работают на рынке, предлагают своим успешным дистрибьюторам, которые создали многотысячные структуры и многомиллионные товарообороты в долларовом эквиваленте, да, для этих компаний, приобрести какую-то часть акций небольшую, да, либо в подарок им дариться. Но таких компаний крайне мало. У нас же еще проект, помимо того, что есть партнерская программа и технологии, он еще инвестиционный. То есть фактически, инвестируя деньги сегодня, вы становитесь совладельцем компании, товар, который будет расходиться в недалеком будущем в разные уголки земного шара, и от реализации этого товара, от реализации технологии вы будете получать еще доход от тех инвестиций, которые делаете сегодня, от тех пакетов долей компании, которые вы сегодня приобретаете. То есть другого такого проекта пока, ну, по крайней мере, я не знаю и нигде не слышал. Да? То есть он действительно уникален. И ситуация еще уникальна тем, что вот вчера на презентации я говорил, да, и если мы рассмотрим немножко историю развития человечества, ну хотя бы там конец 18-го, 19-го, 20-го и вот начало 21 века, то вы заметите, что были, скажем так, огромное количество возможностей, да, благодаря которым люди зарабатывали деньги. Начиная, скажем, от металлоплавильной продукции, то есть от, скажем, рынка металлов. Я вчера называл фамилию Эндрю Карнеги, который первый, наверное, разбогател в этом направлении, да, и цель у него была благородная – заработать миллион долларов в США и потом раздавать эти деньги тем, кому они будут нужны. Далее у нас было электричество, которое появилось, помните, да, еще Ломоносов проводил свои опыты касаемо электричества. Вот. Благодаря электричеству появились и высотные здания, скажем так, и в дальнейшем уже благодаря электричеству появилось огромное количество технологий, в том числе, кстати, железнодорожные, да, которые используют электричество для передвижения электровозов, например, да, метро. То есть все это связано у нас с электричеством. Так вот, история человечества показала, что те, кто увидел возможность, да, которая открывалась на рынке и приложил к этому какие-либо усилия, будь то сам развивал этот бизнес, да, либо привлекал инвестиции, у него появлялись акционеры, те люди стали успешными. Как на рынке, скажем так, начало радиосвязи, проводной связи, космической связи, да, рынок телевидения, вот, потом рынок оказания огромного количества услуг, дальше пришли в нашу жизнь вычислительная техника, потом персональные компьютеры, благодаря целому ряду, скажем так, успешных предпринимателей, ну, на слуху чаще всего это Билл Гейтс, это Стив Джобс, да, и, например, Майкл Делл, да, то есть руководитель компании Dell Computers. Соответственно, ситуация сегодня выглядит таким образом, вот если мы перенесемся с вами в конец 70-х годов и просто представим, да, что к вам в дверь постучался вот тот же Стив Джобс и сказал: уважаемый, у меня есть идеи, да, которые будут в ближайшее время воплощены в жизнь. То есть у нас будут разрабатываться устройства, программное обеспечение, которым будут пользоваться миллионы людей во всем мире. Если ты сегодня дашь незначительную часть денежных средств, да, на развитие моей технологии, в дальнейшем ты будешь успешным, финансово обеспеченным, ты сам и твои дети. Вот. Но нам никто не предложил, правда, развивать, скажем так, рынок компьютеров, персональных компьютеров, рынок интернета, сервисов, которые там предлагают сейчас в огромном количестве. Да? Вот. Но, тем не менее, есть Анатолий Эдуардович Юницкий со своей технологией, и он как раз-таки предлагает следующее. Друзья, у меня есть технология, транспортная технология, а транспорт, по сути дела, 90 с лишним процентов людей на земном шаре зависит от транспорта, да, в большей или меньшей степени. То есть нам надо передвигаться. Транспортный рынок, он очень емкий. Вот. И по своим, скажем так, денежной емкости он, может, даже превышает и рынок компьютерных технологий, да, потому что там тратятся огромные денежные средства и в транспортные средства, которые существуют в четырех транспортных системах, да, в инфраструктуру и так далее, так далее, так далее. Так вот, перспективы развития технологии Юницкого – это 30-50% всего мирового транспортного рынка. Соответственно, сегодня, становясь совладельцем какого-либо пакета акций, развиваясь по партнерской программе, да, и с акционного счета докупая даже пакеты акций, увеличивая свой портфель инвестиций, вы можете стать очень богатым, стать крупным акционером нашего проекта и в дальнейшем получать серьезный доход.
либо от ожидания там, дивидендов, которые будут выплачиваться с прибыли, либо даже от продажи части пакетов, когда каждая отдельно взятая акция, как мы ориентируемся, в 2017 году будет стоить $1 США. И помимо всего прочего, то, что я сейчас рассказал, у нас есть так называемая партнерская программа, либо маркетинг-план, благодаря которому вы можете выполнять простые действия, то есть работу с информацией, давая эту информацию своему окружению, вы можете создавать свой бизнес, быстро, динамично развивающийся уже сейчас. Да? И за это вы будете получать определенный процент, который соответствует уровню квалификации по нашему маркетинг-плану. Чем выше ваш квалификационный уровень, тем выше ваша ступенька карьеры, тем больше процент вы можете получать от привлеченных инвестиций, двигаясь сами и помогая двигаться тем людям, которых приглашаете вслед за собой. У вас в структуре могут быть просто инвесторы, которые пришли и увидели перспективу использования технологий в недалеком будущем, и они будут получать деньги от тех пакетов акций, которые они покупают. Также у вас могут быть люди, которые двигают этот проект, да, помогают вам развиваться, создавать бизнес, создавать на взаимовыгодных партнерских отношениях крупные структуры, что сегодня уже, кстати, происходит. На сегодняшний день инвесторами нашего проекта Skyway Capital стали люди, проживающие в 72 странах мира. То есть проект международный, проект получил широкое развитие на территории вот сейчас европейских стран. Да? Мало того, вы знаете все, что у нас проходит каждый день мероприятия, вот такие, как и это, вот, и обучение основам бизнеса, и рассказ о технологии, да, и, скажем так, еще целый ряд мероприятий, которые проводят лидеры наших структур. Вот, причем они проходят в формате онлайн, как сейчас, и они проходят в формате офлайн. Это, ну, звучит, может быть, реже туха, там живые презентации, как-то некрасиво, мне кажется, все-таки это словосочетание, просто презентации в городах и странах. И вот на эти мероприятия вы можете приглашать своих людей, которым может быть интересна тема развития технологии Юницкого, тема инвестиций, кстати, да, тема получения дохода сегодня. То есть, ну, как минимум три вот направления, хотя их намного больше. Кто-то ищет самореализацию, кто-то ищет, скажем так, двигается в этом направлении, потому что ему нужно решить какое-то количество проблем в его жизни и так далее, и так далее. Да, то есть есть много вариантов, почему людям может быть интересно создавать бизнес вместе с компанией Skyway Capital. Итак, друзья, то есть сам маркетинг-план, он в принципе достаточно простой, как я вам говорил, да, и разобраться в нем по большому счету может любой человек, может быть, один раз послушавший, задавший свои вопросы, и потом пересмотрев еще раз, например, запись этого вебинара, либо записав себе, я знаю, что вот все вы, наверное, слышали о том, что когда мы что-то слушаем, видим и еще и пишем, да, то есть у нас три вида памяти задействованы, как минимум зрительная, слух и еще моторная. Вот, то есть это все запоминается лучше. Ну, так рекомендуют специалисты, скажем так, большинства обучающих программ, неважно, что вы изучаете. Иностранный язык, там, я не знаю, какие-нибудь математические формулы, если вы используете онлайн-обучение и так далее. Итак, друзья, то есть маркетинг-план подразумевает под собой 6 квалификационных уровней, и у нас есть, так скажем, состояние предквалификации. Это клиент. Клиентом может быть абсолютно любой человек, который по чьей-либо реферальной ссылке зарегистрировался у нас в личном кабинете, получил свой личный кабинет в пользование, разбирается в информации, задает вопросы службы технической поддержки прямо с сайта, либо с личного кабинета. Да? Может звонить нам сюда в Москву в отдел информационной поддержки и с нашими специалистами отдела информационной поддержки разбираться в технологии, возможности инвестирования, в способах инвестирования, да, и в той же самой партнерской программе. То есть у нас есть больше 10 квалифицированных специалистов, которые с 10 утра до 7 вечера по Москве в рабочие дни. Есть дежурный менеджер, который работает по выходным, который отвечает на вопросы наших инвесторов. Вот. По поводу этого вопроса, Владимир, я вам отвечу, даже покажу, где нарисован, где у нас есть маркетинг-план. Вот. Клиент – человек, который по большому счету никому ничем не обязан. Он может не стать инвестором, да, то есть он так может оставаться клиентом и наблюдать со стороны за развитием проекта. Вот. Он может очень много вопросов задавать, он может смотреть много видеороликов, он может, скажем так, посещать все, какие вебинары ему нужны и проинвестировать технологию Юницкого в тот момент, когда он посчитает нужным. Либо клиент может стать инвестором. Для этого ему нужно просто зайти в раздел «Инвестировать личного кабинета», выбрать любой из пакетов, неважно, за 15 ли долларов или за 150 тысяч долларов. Да? Вот. Он берет и покупает этот пакет, становится инвестором, и в принципе у него есть право ожидать выхода нашей компании на мировой транспортный рынок с технологией, на мировой рынок инвестиций с теми пакетами долей компании, которыми вы начинаете владеть. И он не будет являться партнером, он в принципе не будет зарабатывать денежные средства, не будет создавать источник дохода благодаря партнерской программе, но это тоже человек выгодный, да, и вот я смотрю, кто-то написал, что
Кто-то работал в страховой компании, да, вот, кто-то, скажем так, может быть, работал на рынке MLM. У нас очень много различных товаров и услуг, да. У каждой компании есть свой маркетинг-план, который считается уникальным, да. Во многих маркетинг-планах есть какие-то обязательные условия либо ограничения. Вот, что есть у нас, мы сейчас с вами поговорим. Чтобы получать денежные начисления на бонусный либо на акционный счет, на два счета у нас идет начисление, да, даже клиенту не выставляется каких-то условий, то есть не обязательно даже покупать пакет. Я не могу сказать, что это громадный плюс, но тем не менее, человек, который зарегистрировался у нас в личном кабинете, зашел в раздел «Инструменты партнера», нажал на кнопку, на любую, кстати, неважно, будь то маркетинг-план, там, план вознаграждения, да, будь то реферальные ссылки, либо баннеры, у него будет на экране светится табличка, на которой будет написано: для того, чтобы информация данного раздела вам была доступна, необходимо заключить агентский договор. Если человек говорит, да, я согласен, у него высвечивается текст договора, в котором он внизу ставит галочку, что он подтверждает, что согласен с условиями, и подписать. С этого момента человек переходит на первую ступеньку маркетинг-плана, либо партнерской программы, которая называется «Партнер». То есть никаких условий, как я вам сказал, да, по покупке пакета, там, вложить какие-то денежные средства. Важно, конечно, чтобы вы делали этот шаг, понимая хотя бы что-то в технологии, о чем идет речь, да, в компании, чем она занимается. Вот. Бывают случаи в жизни у людей, которые вот увидели, загорелись, а сейчас как бы нет свободных денег. Да? Вот. Это отдельная тема, я не хочу сейчас ее там расширять, и способов там найти денежные средства их очень много. Вот. Но суть не в том. Став партнером, у вас есть возможность получать вознаграждение с 4 уровней глубины вашей партнерской структуры. Максимальный процент вы будете получать непосредственно от инвестиций, которые привлекаете сами. Что это значит? Вы даете информацию кому-то, люди регистрируются под вами, приобретают любые пакеты акций нашей компании, и 15% с этого товарооборота вам начисляется на бонусный счет. Вот. То есть половина этой суммы, да, вам будет начисляться на акционный счет, потому что с 7 этапа развития технологии группы компании Skyway начисления на бонусный счет идут в полном объеме, 100% от положенной по маркетинг-плану, да, и половина суммы, 50% от положенных начислений по маркетинг-плану, идут на акционный счет. Деньги с акционного счета вы можете потратить только на приобретение пакетов акций и стандартного прайс-листа в личном кабинете партнера в разделе «Инвестировать». То есть такой светло-серо-салатовый, светло-серо-зеленый фон. Те пакеты, которые номинал идет от $15 до 150 тысяч, с уровнем доходности от 36 раз до 350. Это то, на что вы можете потратить деньги с акционного счета. С бонусного, пожалуйста, зарабатывайте деньги, выводите, когда накопится $30, приобретайте пакеты акций, переводите, скажем так, в личный кабинет своих партнеров. То есть с этими деньгами вы можете делать то, что вам необходимо. Итак, 4 уровня глубины у партнера, 15 с первого уровня, 4 со второго, то есть это партнеры тех людей, которые пришли по рекомендации ваших партнеров. Третий уровень 2% и четвертый уровень 1%. В принципе, может быть, не очень много, да, как скажут некоторые, но тем не менее здесь никого не прессуют, не заставляют, скажем так, таскать тяжести, да, заниматься неимоверно тяжелым физическим трудом. То есть у нас на уровне партнера остается огромное количество людей, которые в принципе не прочь зарабатывать какие-то деньги, скажем так, чаще либо реже рекомендую данную возможность. То есть это нормально. Человек может быть, как это знаете, грубо говоря, клиентом какого-то магазина, фитнес-клуба, там иногда ходить в кинотеатр, рассказывать своим друзьям, знакомым, что там хорошего есть, где люди могут идти по рекомендации. К сожалению, в тех местах, что я назвал, как правило, деньги не платят. Вот. У нас есть выплата положенных вам процентов. Далее, начиная со второй квалификации, которая называется консультант, уже, скажем так, есть определенные условия. Причем назвать их драконовскими тоже нельзя, потому что, чтобы стать консультантом по маркетинг-плану компании Skyway Capital, достаточно за все время сотрудничества, с самого первого дня, да, когда зарегистрируясь у нас на сайте, приобрести пакетов долей компании Skyway Capital на сумму от $100. Это можно сделать сразу, потому что у нас есть пакет там, за 130 и более, да, долларов. Это можно сделать по накоплению, приобретая там несколько раз пакеты минимального номинала. У нас есть 15, 30, 60. То есть 60 и 30 сложить уже 90, докупить еще пакет за 15, либо с бонусного, либо с основного счета, либо благодаря тем платежным системам, которые у нас есть, их 9 штук, сразу, да, купить себе пакет большего номинала. Если в вашем первом поколении минимум 2 человека сделают то же самое, что и вы, купят по $100, да, пакеты акций, и суммарно товарооборот как раз-таки будет
равен первого поколения. Это ваши личные закупки и закупки вашего первого поколения. $300 и более, вы становитесь консультантом. Консультант – это человек, который выбирает немножко больше с глубины, потому что у него открывается пятый уровень глубины, да, с которого выплачивается вознаграждение 1%. У него увеличивается вознаграждение со второго уровня, становится 5, с третьего 3 и с четвертого 2. Первое поколение, вплоть до квалификации мастера, до которой мы сейчас с вами дойдем, приносит 15%. Итак, консультант. Все достаточно просто. Три простых условия. Выполняете, сразу поднимаетесь по карьерной лестнице. Лидер. Условия, опять же, три. Первый из них. Ваш личный товарооборот должен быть не менее $200. То есть вы купили себе пакетов акций нашей компании на сумму $200 и выше. В вашем первом поколении должно быть не меньше 3 человек, которые точно так же, как и вы, приобрели пакеты акций от $200 и выше. И товарооборот первого поколения вместе с вами должен быть не менее $2000. Как только это условие выполняется, вы становитесь лидером. Ну и в принципе слово «лидер» оно означает то, что за вами уже кто-то двигается, у вас есть последователи. Да? То есть невозможно быть лидером в одиночку. Вот. Иногда люди начинают строить бизнес, подписывают всех своих родных и близких, за них выплачивают, скажем так, покупают пакеты акций, по большому счету это превышает товарооборот $2000, они вроде бы в квалификации лидера, но, к сожалению, они сами. Да? Поэтому самый лучший вариант при построении партнерской структуры, чтобы люди, которые шли за вами, делали это осознанно, приобретали пакеты акций, которые они считают нужными, да, вот, и делали простые шаги. Поэтому вы можете, конечно, за кого-то принять решение, да, и захотеть сделать его счастливее, чем он хочет сам, но по большому счету это не самое лучшее, что может быть в нашем бизнесе. Пусть люди сами за себя отвечают. Вы можете их взять за руку и провести, скажем так, по дороге, которая ведет к успеху, вот, но если они даже не знают, что вы по этой дороге идете, не знаю, будет ли это на вас положительно как-то сказываться. Да, на первом этапе вы даже можете получить погоны, как мы говорим, лидера, вот, но все равно вы будете все это тянуть сами. Чем и хорош, кстати, бизнес по партнерским программам, MLM-бизнесе, то, что формируется какая-то команда людей, которые вместе, скажем так, делают одновременно действия, которые множатся, да, вот. Как говорит Рэнди Грейдж, это называется эффектом рычага. То есть один человек сдвинуть большой камень фактически не может. А когда мы, скажем так, подпираем, ну, какой-то палкой, например, да, и большое количество людей берется за конец этой палки и начинает опускать этот рычаг вниз, камень можно сдвинуть. Вот. Принцип leverage, да, как говорит Рэнди Грейдж, то есть это принцип рычага. Принцип создания партнерской структуры, которая может вам сегодня обеспечить серьезный источник дохода, даже остаточного дохода, да, потому что бизнес у нас не на один день, он будет продолжаться какое-то количество лет, поэтому, пожалуйста, информируйте людей о том, что у нас есть, и получайте доход. Проценты, которые получает лидер, заметно выше, чем человек, который в квалификации консультант. Потому что первое поколение, как я вам говорил, по-прежнему 15%, но второе уже 7%, а не 5%, третье уже 5%, а не 3%, да? Четвертое 3%, пятое 2%, и появляется шестой уровень глубины, с которым он выплачивает 1%. Опять же, как я вам говорил, деньги выплачиваются на бонусный счет, и половина суммы, которая идет на бонусный счет, начисляется вам на акционный счет. Квалификация мастер. Мастер – человек, который умеет делать какие-то вещи, какие-то дела, да, создавать что-то, творить. Вот. Как правило, если вы доходите до уровня мастера, у вас уже есть команда. У кого-то больше, у кого-то меньше, но тем не менее это уже структура людей, которые вместе делают какие-то активные действия для развития бизнеса. Товарооборот личный в этом случае $1000 США, то есть это за все время сотрудничества с компанией у вас личный товарооборот должен достигать этой цифры. Один ли пакет вы купите за 1000, как у нас есть, да? Например, пакеты на транс купили там за $1000, получили 200 с лишним тысяч акций. Вот. Далее, в вашем первом поколении должно быть не меньше 3 людей, которые достигли предыдущей квалификации, у которых уже есть какое-то количество последователей, они стали лидерами. И товарооборот суммарный ваших покупок пакетов акций, да, и первого поколения достигает не менее $5000 США. Вот как только это происходит, ко всем тем процентам, которые были на уровне лидера, у вас добавляется 3 уровня глубины по 0,5%, 7, 8 и 9. И пятый уровень у вас становится не 2%, а 3%, а 4% – 4%. То есть это отличие от тех процентов, которые вы получаете в квалификации лидер от квалификации мастер.
Пятая квалификация, пятая ступенька карьеры, которая где-то около 3 месяца назад была высшей в нашем маркетинг-плане, это эксперт. Эксперт 3 человек, это тот человек, который воспитал в своей команде не менее 3 мастеров, 2 из которых находятся в первом поколении обязательно, а 3-й мастер может находиться в любой глубине от вас. Важно, чтобы он не входил в структуру первых 2 мастеров. Да? Ваша личная инвестиция в наш проект не менее 5000, суммарные инвестиции вашей первого поколения не менее $10 000 США. Когда это все происходит, то первое поколение в этом случае вам уже начинает приносить 16%, то есть любой новый привлеченный человек, который взял для себя какой-либо пакет акций, зарегистрированный по вашей реферальной ссылке, либо оплата в первом поколении ваших людей в рассрочку пакетов, которые они брали там уже достаточно давно, вам уже будет приносить не 15, а 16%. Далее, с 10 по 20 глубину в этом случае компания вам начинает выплачивать по 0,2% с товарооборота, создаваемого вашей командой. Остальные условия, как и на квалификации мастер. 7% со 2 уровня, 5 с 3, 4 с 4, 3 с 5, 1 с 6, по 0,5, 7 по 9. Это квалификация эксперт. И высшая ступенька маркетинг-плана компании Skyway Capital называется у нас топ-эксперт. Человек, который воспитал в своей структуре не менее 3 лидеров квалификации эксперт, да. И эти люди находятся все 3 в первом поколении топ-эксперта. Ваш товарооборот, ваши инвестиции в наш проект составляют не менее $10 000 США. Суммарные инвестиции тех пакетов, которые вы приобрели людьми и людей, которые в первом поколении находятся, должны быть не менее $30 000 США. Как только это все случается, вы становитесь топ-экспертом. Первое поколение в этом случае вам начинает приносить 17%. Все остальные проценты у вас до 20 уровня такие же, как и на эксперте, но с 21 по 24 уровень вам начисляют по 0,1%. Вот таков маркетинг-план. И казалось бы, на этом можно было остановиться, да, то есть вот таблица, которая фактически показывает, какие проценты с какой глубины получают люди в квалификациях нашего маркетинг-плана. Есть товарооборот, который необходимо выполнять лично, да, и суммарный товарооборот вашего первого поколения. Вот. Но руководство компании пошло навстречу тем людям, которые активно развивают бизнес в первом поколении, в первую очередь, да, то есть активно дают информацию, расширяют информацию в новых регионах, да, то есть вплоть до того, что не только в своих городах, в других регионах страны, либо за рубежом даже, да. Вот. И 3 месяца у нас уже действует дополнение к маркетинг-плану, либо можно его назвать, уже можно называть его не дополнением, а дополнительный бонус, да, то есть для тех людей, кто продолжает расширять первое поколение своей структуры. Есть возможность зарабатывать дополнительные до 3% с первого поколения, с товарооборота, который делают ваши партнеры. И в принципе это достаточно просто, то есть если в вашем первом поколении в течение 1 календарного месяца люди покупают, например, 5 пакетов, да, то есть было куплено 5 пакетов, за первые 4 сначала вам начисляется 15% вплоть до квалификации мастер. Как только покупается 5-й пакет и проходит транзакция, за нее начисляется 16%, за предыдущие 4 еще 1. То есть получается за все 5 пакетов вы получаете по 16% с товарооборота. Далее, если продолжает развиваться ваша структура, месяц еще не закончился, вплоть до 9 пакета вам начисляется 16%, за 10 пакет начисляется 17%, за предыдущие 9 еще 1 сверху. То есть получается, что за все 10 пакетов вы получили по 17% с товарооборота. И если структура продолжает развиваться дальше, и у вас получается, что там 13, 15, 17, 19 пакеты вы получаете по 17%, за 20 пакет сразу же 18, и за все предыдущие отдельные транзакции еще 1%. То есть какой объем, да, какой, скажем так, какие пакеты покупаются у вас в первом поколении, в принципе, не важно. Важно, что вы получаете процент от созданного товарооборота. Каждый последующий купленный пакет в вашем первом поколении в том же календарном месяце – это минимум 18%, которые вы можете получать. Вы видите, на данном слайде в скобочках написано сначала 16-17, далее 17-18, потом 18-19 и далее 19-20. Это для квалификации эксперт и топ-эксперт. Синим, зеленым, красным и снова синим выделены, скажем так, те проценты, которые получают люди до мастера включительно. Какие условия, да, выполнения этого бонуса и получения этой дополнительного вознаграждения. То есть все пакеты должны быть куплены в течение 1 календарного месяца. Несколько пакетов может купить 1 человек. То есть он может купить сегодня, через 3 дня, там, через 5 дней. Главное, чтобы это вписывалось в 1 календарный месяц. Для получения данного бонуса учитываются пакеты, покупаемые вашими партнерами в рассрочку.
Это тоже большой плюс. Я знаю, что у нас есть большое количество людей, у которых есть более 20 партнеров в первом поколении. Соответственно, за все купленные пакеты в первом поколении они получают по 18%. Пакеты могут быть куплены как новыми людьми, которые только сейчас приходят в ваш бизнес и регистрируются по вашей реферальной ссылке, так и теми, которые зарегистрировались давно. Да, может быть, даже с момента создания нашей компании до этого момента ничего еще не покупавшим. А может быть, иногда покупавшие какие-либо пакеты и сейчас продолжающие увеличивать, скажем так, портфель инвестиций в нашем проекте. Вознаграждение за данный бонус также начисляется на бонусный счет в полном объеме, и половина суммы начисляется на акционный счет. Здесь вы видите пример, как заработать с товарооборота в первом поколении, который равен $1100, да, то есть мы условно взяли $50, люди покупают пакеты, все. $198 США. То есть за первые 5 купленных пакетов начислят $40, если дальше продолжает развиваться бизнес, еще 45. Потом за следующие 10 вы получите еще 95. И за 2, которые нарисованы на данном рисунке, вам еще будет начислено 18. В итоге суммарно $198. То есть все достаточно просто. Вы можете сами легко посчитать, вы можете написать любые другие суммы. Да, вы можете взять там какие-то произвольные цифры, там кто-то купил на 15, кто-то на 1000 и так далее. Посчитать, сколько вы можете заработать. Вот. Только по одному бонусу, не считая даже, скажем так, глубину структуры, а как правило, если вы активно строите бизнес и обучаете людей, которые приходят следом за вами, соответственно, и они будут успешно развиваться в этом бизнесе, и вы с глубины будете получать свои положенные проценты. Там, 7, 5, 4, 3 и так далее, и так далее. Какие отличительные особенности, преимущества маркетинг-плана? Ну, первое, то, что он накопительный с самого первого момента вашей регистрации на нашем сайте в личном кабинете. Это тоже очень важно. То есть никогда ничего не обнуляется, никогда ничего не пропадает. Все, что покупаете вы, идет вам в плюс. Товарооборот первого поколения тоже идет по накоплению, никогда не обнуляется. Вы поняли, что квалификационным уровнем у нас считается первый, поэтому мы обращаем внимание на что? Если вы решили строить бизнес, да, приглашайте активных людей в первое поколение. Не стройте бизнес ни за кого. Как я говорил, не подписывайте там 100 своих родственников, не платите за них деньги. Вот. Потому что если вы пригласите несколько активных людей, вы их обучите, какие шаги нужно предпринимать, да, в дальнейшем вы можете взять себе еще несколько человек, потом еще несколько человек, и таким образом у вас выстроится структура, которая поступательно, систематически будет развиваться, и ваш товарооборот будет расти. Но относить, скажем так, к плюсам или к минусам то, что у нас квалификационный уровень первый, решать вам самим. Потому что я знаю, во многих компаниях есть так называемая компрессия, да, то есть если люди первого поколения не активны, то вашу квалификацию могут продвигать те, кто во втором, в пятом, в десятом. У нас четко привязка к первому уровню. Но это, наверное, и больше уровень ответственности. То есть смотрите, да, кого вы приглашаете в бизнес. Вот. Ну и, наверное, сделайте упор на том, чтобы за вами регистрировались все-таки люди, которые разобрались вообще в информации. Просто, скажем так, переписывать людей массово, которые будут у вас висеть как потенциальные партнеры в личном кабинете, но ничего не будут делать, надо ли это делать? То есть тысячу раз подумайте, да, как говорится. Вывод средств. Чтобы вывести 30, скажем так, денежные средства с бонусного счета, необходимо, чтобы на этом счете было не менее $30 США. Как только есть сумма, вы можете вписать в разделе настройки в личном кабинете ту платежную систему из перечня, которая у нас есть, если она у вас есть тоже, да, свои реквизиты и зайти в раздел «Вывод денежных средств» и написать сумму, которую хотите вывести. Условия роста квалификации также – это объем ваших личных инвестиций и партнеров первого поколения. Вас невозможно по этому маркетинг-плану обогнать и создать ситуацию, что вы будете, скажем так, терять какой-то процент от положенного вам дохода, потому что во многих MLM-компаниях такое есть. То есть, если человек вас догнал в квалификации, то вы прекращаете получать с его структуры либо вообще проценты, либо они значительно уменьшаются. А в огромном количестве компаний у вас просто эту структуру могут забрать и передать вышестоящему наставнику, либо, скажем так, под компанию ее просто увести и все. И вы теряете доход с этой ветки навсегда. У нас такого нет. То есть вот положен вам процент, там, например, с 5 уровней глубины, да, если вы стали консультантом, вот, значит, вы это будете получать. И не важно, что у вас там в третьем, в пятом уровне глубины человек может стать там, экспертом и так далее. Просто с товарооборота, который будет делаться на его уровне, на котором он находится, вы будете получать свой положенный процент. Это тоже важный момент, наверное, потому что вы не теряете в деньгах. Минимальная сумма инвестиций для того, чтобы успешно развивать наш бизнес – $15 США. То есть, вложив такие незначительные деньги, причем не сразу вы можете сделать, да, вы можете даже начать давать информацию своему окружению, зарегистрировать какое-то количество партнеров первого поколения, из них кто-то может купить, да, такие либо пакеты акций, вам будут начислены деньги на бонусный инвестиционный счет, вы можете ими воспользоваться.
для покупки пакета акций с бонусного счета, например, да, соответственно, вы уже сделали инвестицию, как мы называем, живыми деньгами. У нас нет необходимости квалификацию подтверждать. Это тоже, я считаю, большой плюс нашего маркетинг-плана, потому что существует огромное количество MLM-проектов, да, где вы должны каждый месяц выполнять условия, требования, которые соответствуют вашему квалификационному уровню. Невыполнение этих требований, они могут быть какие? Вы лично должны покупать на какую-то сумму и не менее. Да? Ваша структура, команда должна делать товарооборот не менее какого-то, там, который у вас есть. Либо одновременно бывают два условия, и вы, и структура. Невыполнение какого-то из них, как правило, влечет к снижению вашего квалификационного уровня и уменьшению процентов. Вот у нас такого нет. У нас поступательное движение в одном направлении, как я иногда говорю, вы можете по карьерной лестнице двигаться пешком, да, по ступенькам подниматься, вы можете ползти, вы можете бежать, вы можете ехать на эскалаторе, если вы активно развиваете бизнес и посвящаете ему достаточное количество времени, то есть быстро развиваете свою структуру. Но вот вниз вы никак ехать не можете. Ехать, бежать, ползти только в одну сторону. Потому что маркетинг накопительный, все накапливается, и вас постепенно продвигает к более высокой квалификации. У нас достаточно высокий процент выплат, как с первого поколения до 20% вы можете получать, да, так и до 24 уровня вы можете получать от 0,1 до 7% с товарооборота, который создает ваша структура. Как я уже говорил, никто вас не ограничивает в количестве тех людей, которые могут последовать за вами. Только здесь есть принцип разумности. Да? Одновременно обучить даже 10 человек практически невозможно, которые требуют активного внимания, которые просят, скажем так, чтобы вы помогли им провести встречу, провести там вебинар, презентацию и так далее. Разумно это 3-5 человек, которых вы обучаете, потом берете себе еще. И таким образом развиваете первое поколение на твердой основе, то, что те люди, которых вы пригласили, например, месяц назад, да, уже умеют делать большой набор действий, получили какие-то навыки, у них уже начинает развиваться бизнес. Соответственно, вы можете спокойно брать следующих людей, этих консультировать. И таким образом развивается этот бизнес. Те, кто занимались в музыкальной школе, либо даже не занимались, но знаете, что есть такой танец вальс, да, ритм вальса, 3/4. Научись сам делать простые шаги, научи людей, которые пошли за тобой, научи их передать эти знания следующим. То есть раз, два, три. На сольфеджио так учили. Бонусное вознаграждение начисляется на бонусный счет, как я говорил, да, и на акционный. Акционный счет – это счет для возможной покупки пакетов долей компании со стандартного прайс-листа. То есть даже строя партнерскую структуру, как я сказал, эти начисления вы можете использовать для приобретения пакетов акций, расширения портфеля инвестиций в нашем проекте. Если вы активно строите сеть, даже благодаря тем денежным средствам, которые накапливаются на акционный счет, а это подарок, да, от компании, вы можете стать очень крупным акционером нашей компании. И еще, наверное, пару преимуществ, которые, в принципе, я все никак в слайды прописать не могу. Ну, говорю это устно, я думаю, это достаточно, да. Смотрите, когда-то, это было, наверное, года 4 назад, да, в мире MLM-программ, в мире MLM-компаний появились компании, их очень немного до сегодняшнего дня, да, которые заявляют о мгновенной выплате вознаграждения. Да. Вот. Как правило, это бинарные компании. То есть там, вы там что-то сделали, раз, там проходит какое-то количество времени, у вас на счет бонусный начисляются денежные средства. Так вот, компания Skyway Capital относится к таким компаниям, которые, скажем так, практически мгновенно начисляют вам на бонусный счет после фиксации оплаты и покупки пакета денежные средства. И присвоение квалификации. В большинстве MLM-программ, как правило, чтобы подняться на следующую ступеньку карьеры, нужно ждать либо месяц, да, либо неделю. Вот. Ну, такие условия там, да. То есть вы можете уже 2 числа, например, 2 июня выполнить, скажем так, условия следующей квалификации, но эту квалификацию вам присвоят только в июле, соответственно, все, что вы проделываете за 28 дней, оставшиеся в этом месяце, у вас все начисления будут по низшей квалификации, которая у вас была до того. У нас такого нет. Фактически в тот же день вы получаете положенный квалификационный уровень и выплаты в те проценты, которые увеличиваются. Вот это еще два ключевых условия, два ключевых преимущества, которые есть в партнерской программе компании Skyway Capital. Я вижу, Светлана написала, что шикарные условия. Вот. Ну, я тоже считаю, что это именно так. Их нельзя назвать идеальными, потому что, наверное, идеальных маркетинг-планов не бывает. Да? Все бы мы хотели получать там. Меня иногда настораживают, есть вот хайп-проекты так называемые, либо что-то еще, да, вот, и люди иногда заявляют, что вот я там зарабатываю большие деньги, и мой принцип, я участвую только в тех программах, где все денежные средства, которые приходят, 100% раскладываются, скажем так, по
аккаунтом партнеров. Ну, фактически тогда эти деньги ничего не создают. Да? У нас же все происходит по-другому. Основная часть денег, которые вы привлекаете благодаря своей деятельности, идет в реализацию технологий. Я думаю, те из вас, кто внимательно следит за последними новостями, да, и вчерашние новости посмотрели, и сегодняшние, то, что идет полным ходом строительство, возведение, скажем так, городской трассы, уже, скажем так, расставлены промежуточные опоры для юнибайков, уже, скажем так, для тех же юнибайков легкой трассы, анкерные опоры две, вырыты котлованы, уже заливается фундамент и так далее, да, то есть все идет в реализацию, то есть деньги идут непосредственно на производство, на которых у нас изготавливаются металлоконструкции, узлы, агрегаты, да, необходимые конструкции, которые нам нужны для того, чтобы мы создали три трассы Skyway в Минской области, показали их и в дальнейшем уже, скажем так, вышли на мировой рынок, и наши сегодняшние акционеры, инвесторы получили ту самую возможность получать очень серьезный доход либо от продажи долей компании, то есть когда они будут уже акциями, да, то есть на мировом рынке, либо, имея эти пакеты, ждать прибыли с большого количества адресных проектов и перераспределения дивидендов, да, от той прибыли, которая будет приходить в нашу компанию. Вот таким вот образом. И у нас замечательный маркетинг-план, который сегодня вам позволяет действительно не дожидаться вот тех больших денег, да, особенно, почему больших? Кстати, если вот говорить о больших деньгах или нет, конечно же, если говорить о дивидендах, то для того, чтобы получать серьезную сумму дивидендов, надо иметь большие пакеты акций. Я думаю, вы со мной согласитесь, да, то есть там, как правило, дивиденды распределяются там 0,0000 цента там на то количество акций, которые владеют все акционеры. То есть если у вас миллион акций будет к тому моменту, когда технология будет реализовываться, это классно. Кстати, чтобы этот миллион акций иметь, вот вам есть партнерская программа. Даже если у вас сегодня денежных средств немного, и вы не можете себе купить большие пакеты, достаточно приобрести то, на что вы сегодня имеете возможность выделить денежные средства. Сразу хочу сказать, не надо, скажем так, все карманы вытряхивать, не надо все копилки разбивать, да, не надо, скажем так, все сусеки и амбары проходить и тратить все, что у вас есть. Вот. Знаете, по финансовой грамотности, там 5%, 10% от совокупного дохода вы можете инвестировать в какие-либо проекты, которые могут в дальнейшем принести вам серьезный доход. Поэтому достаточно, скажем, купить пусть небольшой пакет, но приложить активные усилия к тому, чтобы информацию давать вашему окружению, регистрировать людей, помогать им развиваться. Они могут приобретать пакеты, с финансами у них может быть даже лучше, чем у вас. Вы получаете проценты, которые идут на бонусный, на акционный счет. Вот, с бонусного счета вы можете деньги выводить, это ваши заработанные денежные средства, с акционного увеличивать и увеличивать портфель инвестиций в нашем проекте. То есть было бы только ваше желание. Итак, друзья, по большому счету то, что я хотел рассказать, наверное, я рассказал. Есть ли какие-то вопросы у вас? Теперь по поводу маркетинг-плана, да? Вы задали вопрос, где его найти. Если вы, Владимир Чебоксар, зарегистрированы в компании Skyway Capital, да? Вы заходите в личный кабинет, у вас слева, скажем так, панель, да, управления личным кабинетом, и там есть раздел «Инструменты партнера». Когда вы подводите мышку к инструментам партнера, у вас высвечиваются три пункта. Первый из них – это план вознаграждения. Нажимаете на план вознаграждения, у вас открывается первая квалификация «Партнер», описаны проценты, которые вы можете получать, и условия, которые необходимо выполнить, чтобы стать партнером, и рисунок справа. А в самом низу страницы две активные ссылки – скачать текстовое описание маркетинг-плана, либо скачать презентацию в слайдах. То есть вот там вы можете найти маркетинг-план. Ну, по большому счету, скажем так, вот можно на эту тему спорить, конечно, да, что вот маркетинг-план надо вывесить там где-то на странице сайта и так далее, и так далее. У нас основной упор делается на чем? То, что мы, скажем так, инвестиционно-технологический процесс, проект, да, и те люди, которые разобрались в том, с чем мы работаем, еще и потом в дальнейшем получают информацию. У нас, кстати, будет рассылка писем, и раньше она была, да, в каком-то из писем рассказывается о том, что у нас есть маркетинг-план. Хотите, вы можете зарабатывать сейчас. Вот. А вот в личном кабинете партнера уже, наверное, логично размещать маркетинг-план, где люди могут ознакомиться с тем, что они могут иметь, если будут прилагать какие-то усилия. Вот таким вот образом. Поймите правильно, Владимир, не все приходят в наш проект, да, с одной единственной мыслью заработать здесь денег. На первом этапе вообще приходили люди, которые говорили, зачем вы сюда подключили MLM. Мы видим, мы верим Юницкому, мы, скажем так, готовы просто
вкладывать денежные средства, не надо нам зарабатывать. Некоторые сейчас даже ругаются. Вот, зачем вы сетевиков, они там только имидж испортят и так далее. Ну, к этому можно по-разному относиться, потому что маркетинг-план – это, в принципе, вознаграждение вас как партнеров, да, тех людей, которые поверили в наш проект, поверили в то, что технология будет реализована, прилагают какие-то усилия, покупают пакеты. Почему бы их не вознаградить деньгами? Я в этом ничего плохого не вижу. Вы знаете, что касаемо количества акций, да, которые планируется реализовать посредством краудинвестинга, но давайте остановимся на чем. То есть у компании есть документы, да, то есть инвестиционный меморандум. Если вы внимательно с ним ознакомитесь, да, то на сегодняшний день, да, то есть руководством компании выделено 15% от всей интеллектуальной собственности, которая составляет 400 с лишним миллиардов долларов США, да, то есть там порядка 61 миллиарда акций на краудинвестинговую схему. То, что относится к холдингу Евразиан Рейл Скайвей Систем, к которому относится компания RSV и компания Skyway Capital. То есть вот на эти структуры выделено 15% от всего количества долей компании. Цифра большая. Да, и еще, скажем, вообще эти цифры разбиты на все 15 этапов до окончания, скажем так, строительства на территории Минской области, проведения, скажем так, демонстрационных мероприятий и в дальнейшем сертификации. Вот. Оставшееся количество акций в дальнейшем, да, когда вот для чего происходит, скажем, та же процедура IPO и так далее, для привлечения большего количества денежных средств, да, для развития проекта, для бурного развития проекта и так далее. Так вот, 70% акций, которые есть в группе компании Skyway, они пока есть и в дальнейшем, наверное, будут реализованы уже на каких-то биржах. То есть я, может, долго говорил, но 15% от всей интеллектуальной собственности сегодня – это то количество, которое реализуется посредством краудинвестинговой схемы. И на каждом этапе развития компании, их 15, да, у нас прописывают, что в планах реализовать такое-то количество акций в миллиардах штук. На первых там этапах было 3 миллиарда акций, там 5 миллиардов акций, сейчас там 7 миллиардов акций, да. То есть вот таким вот образом, с тем уровнем дисконта, который есть. То есть количество акций, которые реализуются на каждом этапе, оно в принципе у нас возрастает, если внимательно почитать, да. Уровень доходности снижается. Вот. Поэтому чем раньше люди придут в наш проект, тем больший пакет акций у них будет в руках, да, к моменту реализации технологий на рынке транспорта. Какие еще есть вопросы, коллеги? Нет, Владимир, почему не будет нуждаться? Смотрите, как говорило руководство нашей компании, да, вот, и мы, в принципе, на вебинарах наших рассказываем. Сегодня мы привлекаем инвестиции в реализацию корневой технологии. Да, то есть нам необходимо эту технологию продемонстрировать, да, сертифицировать и двигаться дальше. То есть сегодня вы становитесь, как я говорил в самом начале, совладельцами, по сути дела, компании. Да? Ну, кто-то меньшим совладельцем компании, кто-то больше, грубо говоря. Вот. В дальнейшем, когда мы привлечем необходимый объем инвестиций, а если вы, опять же, внимательно следили за новостями, то сегодня по бизнес-плану было просчитано, что нужна сумма порядка 240 миллионов долларов для того, чтобы, скажем так, продемонстрировать все три транспортные системы, над которыми мы работаем. Далее. Когда компания начнет строить дороги, да, в разных уголках земного шара, то есть у нее будет появляться прибыль. Вы понимаете, что на дивиденды уходит не вся прибыль. Вот. Большая часть денег прибыли компании будет реализована в развитии. И у компании будет возможность самой создавать адресные проекты на свои денежные средства. Да, и к этому же привлекать еще денежные средства извне. От тех людей, которые будут готовы инвестировать на тот момент. А эти же инвестиции посредством краудинвестинга будут привлекаться, как и сейчас, но только люди будут получать, инвестируя денежные средства, акции только того отдельно взятого адресного проекта. Вот такая схема была, скажем так, предложена несколько лет назад, и высока вероятность, что именно так она будет использоваться. То есть, в принципе, маркетинг-план – это инструмент, который может использоваться всегда. Да? Это инструмент вознаграждения людей, которые принимают какое-то участие в любом проекте. Да? Вот, если бы такую схему использовали, например, какие-то крупные банки с банковскими вкладами, да, что вам отдавали бы 15%, скажем так, от суммы привлеченных средств
людей, которых вы можете порекомендовать. Ну, кто-то бы из вас, может быть, вообще бы занялся тем, чтобы работал только, скажем так, с кредитными схемами каких-то банков. Но банки на это не идут. Вот. Иногда на это идут мобильные операторы. Все равно какие-то банковские структуры были, там делали какие-то льготы при выдаче кредитов, либо, скажем так, при оформлении счетов тем, кто приводил за собой кого-то еще. Вот здесь же у нас выплачиваются живые деньги. Поэтому маркетинг – инструмент, который является, ну, где-то стимулом, да, инвесторов не только, скажем, вложить свои денежные средства, но еще и заработать. Почему от него отказываться? Зачем? Если он, скажем, показывает свою действенность, правильно? Все ли будут зарабатывать по этому маркетинг-плану? Я вам прямо скажу – нет. Потому что, в принципе, большинство людей не готовы делать простые шаги. Им достаточно то, что они приобретают. Если там чудом, как мы говорим, да, будет сваливаться какая-то сумма денег им на голову там, от каких-то рекомендаций, будучи на уровне партнера, они этому будут рады. Вот. А будут те, которые они есть, да, которые не делают ничего. Но это тоже нормально. Они стали инвесторами, они профинансировали нашу технологию, и они, по-моему, достойны того, чтобы в будущем получить положенное вознаграждение. Как круговорот воды в природе, ну, где-то близко, наверное, Светлана. Итак, друзья, какие еще есть вопросы? Ну, если они есть, конечно. Сегодня еще будет мероприятие, которое будет проводить Григорий Мирошниченко. Вы знаете, что завтра там у нас проходит статья, опять же, коснуться партнерской программы. Наверное, это мое упущение, да? Потому что, может быть, я не так активно промотирую то, что происходит в компании. У нас периодически объявляются различные конкурсы, да, в MLM-бизнесе это называется промоушен. И вот сейчас как раз-таки те люди, которые активно поработали в период с 15 марта по 1 июня, да, по окончании мая месяца, находятся на Кипре. Часть из них, по-моему, 16 человек, это те люди, которые выполнили промоушен и находятся на Кипре в течение недели с 20 по 26 число за счет компании. То есть это вознаграждение за их труд, да. 25 числа там будет проходить презентация. То есть, для, вы знаете, Кипр, в принципе, территория, на которой проживает, ну, достаточно большое количество русскоязычного населения. Плюс местное население, которое готово выслушать информацию о развитии нашего проекта. Люди, которые активно развивают бизнес, вы знаете, что они на отдыхе не молчат. Вот. Я думаю, даже знаками с теми же, те, кто говорит на греческом языке, например, да, с греками, они их пригласят на презентацию. Вот. И найдут переводчика, если надо, да, который будет переводить мероприятие, которое будет 25 числа. И вот такие промоушены у нас бывают регулярно. Думаю, после окончания мероприятия на Кипре высока вероятность, что появится что-то еще. Да? Соответственно, опять же, возвращаясь к партнерской программе, возвращаясь к маркетинг-плану, это инструмент, который вам может позволить не только заработать денег, но и как-то изменить качество жизни, да? Сделать ее интереснее. Кто-то из этих людей, возможно, не планировал оказаться в июне месяце на Кипре, но благодаря тому, что потрудился, заработал проценты, сразу хочу сказать, положенные по партнерке, еще поехал на Кипр за счет компании. Вот. И такие программы у нас периодически будут появляться, поэтому внимательно следите за новостями, принимайте участие. Спасибо вам, Татьяна, за вашу благодарность. Спасибо, Маргарита. Вот, спасибо за то, что были сегодня. Вы знаете, Инетта говорила, я был на мероприятии, это повторяла Ирина Волкова, то, что те люди, которые купят пакеты на транс, тем купят входной билет на мероприятие в Берлине. Давайте мы эту информацию уточним в понедельник, либо во вторник, после того, как наши лидеры приедут с Кипра. Да, у нас в понедельник с 19 часов мероприятие, которое проводит Инетта, во вторник, в принципе, мероприятие, которое проводит для лидеров регионов Ирина Волкова. Ну вот я на себя беру обязательство эту информацию уточнить, и на следующей неделе, я думаю, что уже достоверно будем ее доносить до вас. Потому что мне действительно никто не дал распоряжения, да, эту информацию доводить. Я привык к тому, что, друзья, вот, что есть, о том и говорить. Чтобы потом не краснеть, чтобы, скажем так, не запускать дезинформацию. А мы имеем дело, да, с чем? Мы имеем дело с сетью все равно. Да, как бы многие не боялись этого слова. И вот информация недостоверная и негативная по сети, как правило, разлетается в десятки раз быстрее, чем позитивная. Поэтому я привык, скажем так, говорить то, что есть, и то, что позволено говорить, то, что реально существует. Поэтому давайте дождемся все-таки понедельника, вот, потому что сегодня связи там готовятся к мероприятию и так далее, нет. Ну, а дальше будет видно. Если других вопросов нет, то, в принципе, есть, наверное,
смысл закончить сегодняшний вебинар. Поздравляю вас с окончанием еще одной июньской недели. Вот завтра будет суббота-воскресенье. У кого-то они будут жаркие, возможно. Да, у нас в Москве передают воскресенье до 30 градусов. В общем, летнего вам настроения, да, летнего состояния вашего кошелька, чтобы у вас был и рост постоянно доход. До новых встреч. Следите за расписанием. Сегодня или завтра утром будет сделана рассылка по базе электронных адресов о мероприятиях, которые состоятся в режиме онлайн, и о мероприятиях, которые будут проходить на следующей неделе в разных городах и странах. Там, по-моему, порядка 14 мероприятий. Поэтому следите за информацией. Рады с вами сотрудничать, помогать, если необходимо. Всем здоровья, любви и денег. До новых встреч.